А, вот какой у тебя скин. Вот тебе. Ах ты жопа! Нельзя рыгать, нельзя! Ладно, ну блин, бубликом опять стал. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Кошак, Скромник и очень много классных подписчиков. Пацаны, скажите крутые слова. Всем привет. Здравствуйте. Всем привет. Как и обещали, у нас сегодня очень крутая рубрика, потому что пацаны будут все замораживающим оружием, а я буду аниматроником. Но они не просто должны меня убить, они должны меня убивать тогда, когда я буду давать сбой. Ну а сбой — это очень слово растяжимое. Если бежите, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Ого, 7 охранников и я один. Занимаемся патрулируем. Да-да-да, вы должны охранять пиццерию, еще пока вечер. Так, я не понял, аниматроник в ночное время ходит, это у него сбой. Идиоты, меня разбили! Ставьте лайк, лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Воу, в этой карте есть очень большое преимущество. Ха-ха-ха! Класс, ой. А, думаешь, я тебя не увижу, Димас, ты какая-то? Вы друг друга завораживаете, в этом есть прикол. Так, отлично, выживаем, выживаем потихонечку. Есть, есть, заморозили, я еще так скрутился. Так, перезагрузить мне надо, да? Так, я его на место поставлю. Давай, дохлого трупа. Как-то странно, я очень работаю. Все, отходите, я перезагружаю. Да что со мной, как бублик скрутился? Опа, все. Так, давайте другого возьмем. Нет, кто разморозил? Я его еще не перезагрузил до конца. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, деревяшкин сын. Все, я его починил. Так, отлично. Все, уходим. Все, компьютер перезапускать надо. Я включаюсь. Ого, громко. Опа, Серега. Да что за сбой? Я еще не встал даже. Держи. Так, ребят. Я просто хожу по пиццерии. Я добрый. Ребята, если аниматроник что-то делает не так, это не надо его сразу замораживать. Сразу мочите его. О, давайте в следующей серии мы, наверное, будем тогда сделаем, чтобы админские пистолеты были. Так, ходим себе, ходим. Сбой! Сбой, сбой, сбой! Дал сбой, аниматроник, что делаешь? Ты меня спину переколбасило с разморозки. Отлично, отлично. Я выключился. Ну вставай быстрее! Ну блин, заморозил, заморозил. Отлично. Отходите. Поломался я опять. Я его, отойдите, я его сейчас... А сзади почему я убиваю вас? Потому что аниматроник может чувствовать страх. Да, чувствую запах это... страха. Эй, что со мной, деревяшка? Заморозили как кусок говна. Так, я другой сейчас сюда возьму аниматроника. О, во. Так, а где мой скин вообще пропал? О, есть! Ой! 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 Это был сбой, это точно был сбой! Ой, давайте вот это возьму. Ой! Ой! Ребят, хватит его подвести, раздайте ему пройтись хотя бы сейчас забрать. Нормально, нормально. Пошел себе. Такой деловой походняк у него. Смотрим. Кто сейчас так, испугается? Я не понял. Отлично. Вы все испугались меня. Нельзя бояться аниматроника. Я не боялся. Вы знаете, какого взял аниматроника, Серега? Шадоу Фредди. Который под землю может залазить. Я под землей вас чекаю. Буду вас поодиночке высмикивать. Так, вижу скромника. Скромник. Опа. Это у вас такое, вдруг перепроверяю. Я его сейчас заморожу вообще на всю запись говнаря этого. О, тут дверь есть, давайте удалим. О, это было палевно. А тут кнопки, да, должны быть или что?
Опа, заныкался опять. Вот это убийца, самый настоящий. Никто мне не может остановить. Никто. Кто? Вас семеро, а я один. Представляешь, на крысу семерых убить? У кого тем более... Ля крыса какой. Из нас плохие очень охранники. Я буду сейчас Серегу убивать. Так, Серега, где ты? Высмыкиваем Сережку. Так. Ну, Серега, ну стой, я тебя не могу выследить. Нет. Ну, пожалуйста. О, тут еще... О, я могу за картой ходить? Вонючка. Ну, так у меня же аниматроник такой специальный. Отлично, они друг друга замораживают, а я угораю. Я не могу Серегу никак высмыкнуть. У вас одинаковые скины, тяжело найти. Я заморозил скромника, потому что он уже не первого охранника. Замораживает друг друга, мне это нравится. Предатель это, как это? Аманкаст. Кошака выслеживаем. Не смей кошака трогать. Кошак, ну что ты кошак? Я кошака жопу прикрою. Сзади кошак! Да я просто сидел, отдыхал, а вы мне замочили. Все. О, отлично. Ого, вы что меня бубликом сделали? Фиг знает куда. Ну все, попали. А нет, не попали. Есть, убежал. Смог вырваться с семерых жестких охранников. Ребят, чтобы заморозить, нажимайте на левую кнопку мыши, не на правую. На правую разморозить. Все, пошел. Боишься? Не боишься? А ты боишься? Не, да? Я тебя не боюсь, Диман, знаешь? А, вот какой у тебя скин. Вот тебе. Ах ты жопа! Нельзя рыгать, нельзя! Ладно, ну блин, бубликом опять стал. Ты чё меня, смотри, какой у меня не боится. Надо бояться. Не, я бесстрашный, у меня это... Год быка как-никак, я быкую. А чё со мной? А ты валяешься. Эй, давайте мне быть нормальным аниматроником. Что вы со мной делаете? Не надо размораживать. Так, положили. Дальше что? А, чинит, я понял. Ноги бьет. Опа, сейчас гитарой по башке кому-то дам. А ну иди сюда. Чё, боишься меня? Боишься? Не боишься, правильно. Так, а где Серега? Я? В туалете. Какаю. А ты где? Я иду тебя убивать, когда ты какаешь. Ну, обосрусь это, какаха, не дай бог на тебя попадет. Ну я ж просто бегал чуть-чуть, сбоя не было сильного, так наполовину. Шо, сбоя не было, вы что делаете, охрана? Вы должны патрулировать, а не за аниматроником ходить, как дурачки. Что за охранников? Я ну, понабирал. Завтра я рапорт напишу, чтобы... О! Смотри на шкатулку внимательно. Стоим. Так, я еще звуки могу издавать. Слышите? Да. Ну блин, нашел меня, красавчик. Попался, Дима. Да. А я, кстати, вас не убиваю, только скримеры кидаю. Ловите скримеры? Давайте проверим одну фишку. Если я замороженный, я могу вас убивать? Кстати, это такой жесткий аниматроник, даже замороженный может убить.
Разморозь меня, или я убью тебя. Побежали, побежали. Дайте его пучок. Да не надо меня чинить. Надо чинить. Нет. Он быстро бегает. Отлично, трупейшн, разойдитесь, батя идет. Отлично. Это босс. Вы должны убить босса. А, убить? Хорошо, да, да, да. Я тебя понял. Это глава аниматроника, вы всех понаказывали, он обиделся на вас. Все, супероружие применяю. Давай. Ого, громко он это делает. Раз уж убить, не заморозь. Да блин, я так хотел. Я слышал, как ты бобу активировал. Я реально это слышал, но не успел. А ты бы все равно не убежал. Это термоядерная. Нифига себе. А термоядерная ни один аниматроник, да, не убегал еще? Это еще не царь-бомба. О, Серега, давай сейчас сделаем в конце. Я сейчас возьму аниматроника, который ты бомбой не взорвешь. Давай. Так, ребята, у нас есть же, вы знаете, Эннард, у которого... 830 тысяч жизней. Давай. Взрывать? Да. Сейчас взорву. Тебя супер. А почему она убивает все равно? А это царь-бомба. Это так, а я был царь-аниматроник. И я, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, смотрите ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!